Совсем скоро на телеканале «Россия-1» состоится премьера второго сезона сериала «Спасская». В продолжении внезапная гибель напарника становится тяжелым потрясением для следователя уголовного розыска города Сочи Анны Спасской. Заказчику убийства удается избежать наказания, но Спасская так просто не сдается. Она обещает наказать виновных во что бы то ни стало. Смерть Ильина провоцирует серьезные изменения. В Следственном комитете Спасской приходится не только принимать на себя временное руководство отделом, но и выстраивать отношения с новым начальством из Москвы. И прошлое не отпускает Анну. Бывший муж Алекс Спасский всеми силами пытается вернуть жену. Но готова ли Спасская дать ему второй шанс к своим ролям вернуться? Карина Андоленко, Роман Маякин, Игорь Огурцов, Ольга Чудакова, Виталий Коваленко, а также появятся новые актеры, такие как Дмитрий Ульянов, Анастасия Стоцкая, Александр Клюквин, Мария Порошина, Анатолий Руденко и другие. Премьера второго сезона сериала «Спасская» состоится уже осенью 2023-го. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.